Всем привет, я в H&M. Пару дней назад открылся H&M, и я сюда пришла. Что я увидела? Тут джинсовка такая белая. Ну как белая, она не белая, а цвет икры из коттона. Так, по цвету вроде как подходящие джинсы. Вместе будет смотреться неплохо. Дальше такой топ, легкий из льна, с черепаховыми пуговицами. Вот такой топ тоже, я так понимаю, из льна он. Потом посмотрю. Такой более уже молочного цвета, актуальный вырез, сборка спереди. Такая джинсовка, не помню, показывала я ее нет, но если покажу еще раз, лишним не будет. И для дома себе хочу посмотреть костюм. Так, ну что, я прям эту джинсовку надела поверх комбинезона, размер M, довольно-таки широкая модель, два кармана, фурнитура такая полуматовая, хорошо смотрится даже. Так, второй слой, куртка полноценная, хорошенькая, 2300, по-моему. Так, освещение откачала в этот раз. Давайте покажу Арктику. Здесь уже рубашка более облегченный. Хлопок такой. Немножко другая модель. Здесь пуговицы такие более поинтересней. Такой молочный цвет. И джинсы. Джинсы очень хорошо сели. Прям мне нравится. Но, смотрите, если будете брать, вообще я ношу, например, в Pull&Bear у меня размер 34, иногда 36. Здесь именно эта моделька, это линейка Conscience, а они хорошо сели, 38. Они укорочены, прям с этой рубашечкой по-летнему. Классно смотрится, мне прям нравится. Кстати, рубашка, это размер М-ка, такая свободная. Тут уж, как всегда я говорю, сами выбирайте, как хотите. Ее можно, если, например, она такая более свободная, пояском, если хочется. Так, ну а это меланжевая любовь отправляется ко мне. Потому что, как странно, конечно, говорили, что будут убираться, а здесь куча пыли. И вот такой вот еще свитшотик черненький, он уже длинный, тот укорочен. Черный классный, такой расслабленный, на мне М-ка. А Эльку еще взяла. Объявление более... для сотрудников. Код 1000 отменен. Ура. Attention all staff. Тоже Code классно. 1000 is terminated. Это топик из льна, 36 размер. Далее вот такой топ. Как неудобно. Ой. Надеюсь, вы поставите мне лайк за мои трудности. Мне еще так жарко, невыносимо.
померила вот такую рубашку свободного кроя, но хочу заметить, она размера L, такая прозрачная. И вот такие широкие джинсы прекрасного бежевого цвета. Они укороченные, облегченный деним, как раз летний. Понравились мне, классные. И вот такая обувь, это кроссовки. Максимально удобные, очень приятные, мягкие, прям классно. И вот с ремнем еще более достойно смотрится. Ну, эти брюки вообще очень универсальные. У них такой цвет классный. С любым верхом можно, даже если хочется цвета добавить его, они будут его нейтрализовать. Смотрите, за счет того, что опять расширение идет от бедер, есть эффект немножко объема. Кого это не смущает, это ваш вариант. А если, например, надеть какую-нибудь обувь на каблуке, то силуэт еще более вытянется, и объемность, так скажем, нейтрализуется еще в большую сторону. Померила вот такие брюки широкие, резинка на поясе. Очень тоже классные, они укороченные, как кюлоты, но смотрится, слушайте, прикольно, мне нравится. Невесомые, приятные, чуть-чуть может будет колоться, на мне размер S, классно сели по талии. В идеале, конечно, бы я хотела подлиннее, такой расслабленный образ. Я взяла только эти кроссовки. Очень удобный, цвет тоже универсальный, ко всему подойдет. Легкое платье с тропическим принтом, совсем тоже невесомое. Я показывала домой, заказывала себе брюки, и тут платье появились. Вообще не чувствую на теле. В принципе, смотрится неплохо. Вживую принт не такой яркий, как на камере. Есть еще вот такой вариант, это уже комбинезон, тоже длина такая же короткая, просто низ шортики и ткань чуть-чуть иная. И вырез здесь, видите, какой V-образный. Так, следующее, померила вот такое платье из хлопка. На мне размер M, очень такое широкое, опять невесомое, приятный такой оттенок желтого, нежный, даже светлее, чем на камере. Полупрозрачный материал. Следующее платье, у него более плотный уже такой материал, чем у предыдущего, и длина миди белая с воротником стойкой, такой тоже просторный, кстати, на мне размер S, и оно довольно-таки широкое. И хотела вам показать просто, как
такое красивое платье есть из линейки Conscience, розовое. Оно, к сожалению, размер XL. Оно в пол. Великолепный розовый цвет. Актуальный крой. Прям вообще сказка. Посмотрите, какая прелесть. Супер платье. Оно, конечно же, не село наверху, слетает. Гладить, конечно, его сложно. Но видите, спинка удлинена, подол. Супер. Вот такие вещи я люблю. Они интересные. Спортивные штаны неплохие. У них хорошая резинка, плотная, но чуть, конечно, материал тонковат. Так тоже меланжевый хорошо смотрится. 1900. Эх, в перчатках я не чувствую материал. Приятного цвета топик. Я бы такой дом носила. Домашняя одежда нежно-голубого цвета в полоску. Такой костюмчик. Тут джоггеры, домашние штанишки на любой вкус. Они более из тонкого хлопка. По 1000 рублей.
тут более офисный стиль, как обычно, то, что я смотрела и добавила в избранное. На сайте ничего нет. Так, ну рубашка неплохая, тоненькая, хрустящая, бежевого цвета. С такими объемными рукавами. Тут у нас имитация жемчуга. Все-таки такие миленькие, конечно, подвесочки. Смотрите, здесь и замочек, и сердечко, и ключик. Ну, прелесть. Вот, смотрите, какой классный. Сколько стоит? 700 рублей. Ну, классная подвеска. Вот это еще миленькая. Иду я. В серебре жалко нет. Таких же. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Мне ужасно жарко, душно, пыльно. Надеюсь, вы отблагодарите меня лайком, репостом и подпиской за мои старания.